Всем здравствуйте. Снова я и снова вы. Короче, короткое видео. На самом деле, в целом, я уже одно записал, но удалил его. Потому что шел по дороге, и оказывается, слышно только мои шаги. Там, о чем речь-то? О носителе. Флюр, шнур и нейлон. Кому что? Вот сейчас намотан у меня шнур. Почему? Потому что я рыбачу сейчас на заросшей речке. Много кустов, много тины. Нет, штатив из рюкзака. Поэтому не обращайте внимания, если что. Нужна прочность. Вообще, история какая? Вы когда спрашиваете про какой мне поставить носитель и что лучше, этот вопрос абсолютно не тактичен, наверное, так сказать. Потому что вы же подбираете одежду под погоду, правильно? Обувь под погоду, под условия. Вы не поедете на Матизе в какую-то грязь по пояс, вы возьмете джип. Ну и с носителями та же самая история. Носитель надо подбирать не тот, который лучше или хуже, про который вам рассказал какой-нибудь дядька и сказал, что этот флюр, только флюр. Так он ловит, но в других условиях, не в таких, как вы. Подстроиться всегда можно, вообще бесспорно. Но иногда, подстраивание это лишь в каких-то случаях редких. Если вы постоянно в одних и тех же условиях, вы, наверное, должны сами определиться все-таки, что это. Для меня, например, лучший носитель для меня это флюр. Я обожаю флюр и в целом не вижу вообще никаких минусов на этом носителе. Он для меня прям вот идеален. Но рыбачил ли я в этом году на флюр? Нет. Люблю я шнур? Нет. Шнур люблю только на джиге, как бы, в понятных мне условиях. И в целом, наверное, только на джиге. Но я постоянно хожу со шнуром сейчас. Плюс еще надо понимать, помимо того, что есть условия, есть ваши руки, есть ваши снасти, спиннинг и катушка. Это тоже надо учитывать. В целом, вам никто никогда не ответит на вопрос, что вам надо. На вопрос вам может ответить только рыболов, который рыбачит точно в таких же условиях, имеющий точно такой же комплект и точно такие же руки. Проводка, кто-то быстрее крутит, кто-то медленнее, передатка на катушке. Вся вот эта история, она абсолютно всегда роляла. И вы от этого никуда не денетесь. Поэтому, прежде чем задавать вопрос, вы для начала сами подумайте, в каких вы условиях и что вам надо. Любой плюс какой-то флюра или монолески абсолютно перекроется 20 оторванными воблерами в кустах. Вы там, с этим вообще ничего не сделаете. Вы в итоге поставите там тройку шнур себе, и будете говорить, боже, какой же он хреновый. Но вы будете ходить там и ловить рыбу. Вот и все. Ваша задача... Но еще надо понять цели. То есть, либо вы там с мостков полоскаете, с пристани воблеры, да, которые с заглублением 30 сантиметров, а там глубина 20 метров. Да, вы можете все что угодно ставить и кайфовать. Будет ли ловиться рыба от этого? Это второй вопрос. Кстати, это вообще в целом вопрос, который вы хотели бы, наверное, должны себе задать, что вы делаете на рыбалке. Например, я не склонен к тому, что максимальной эффективностью страдать на рыбалках. Для меня количество рыбы – это в 90% случаев вообще
не цель. Вот я сегодня взял такой комплект, это унцовка. Опять же, мой рокет, вот этот любимый, которым я весь сезон ловлю. Он идеален для этих условий? Нет. Я просто сегодня хотел выйти с этим комплектом. Вообще была цель покидать большие воблеры. У меня в коробке здесь. Даже, наверное, покажу, что я сегодня брал. Pointer. 135, по-моему. Инквизитор 110. Даже есть вот такая вот штуковина. Я думаю, что многие узнали. Ловлю с резиной, потому что вода очень сильно поднялась. И с этим сделать нечего. Оставлять на кустах не хочу. Через траву продирать сложно. Поэтому в целом ловлю на то, что работает, как бы, хоть как-то. Но здесь тоже есть такой момент, что если бы мне совсем это была рыба не важна, то я бы, наверное, поставил воблер и китал бы в одну точку, как бы, ну, тоже хочется что-то поймать. Но, честно говоря, я не могу пройти по речке, вдоль речки, туда, куда я обычно хожу, да и вообще в целом, потому что весь берег затоплен, сегодня явно проблемки. Но возвращаясь к носителям, понимаете общую ситуацию, думаете, анализируете и выбирайте сами, потому что, ну, я говорю, что вам никто не подскажет. Хороший флюр или плохой флюр, наверное, ребята могут сказать, как бы, да, хороший шнур, плохой шнур. Но какой именно поставить вам носитель, подсказать могут, типа, а-ля вопрос, Дима, я хочу попробовать флюр, поставить, какой флюр мне поставить, как бы, там я уже спрошу, что какая палка, что, и подскажу вам, вернее, даже подскажу, что будет, если вы поставите какую-нибудь эрку супер жесткую, или вы поставите UGK на V начинается, забыл, короче, но я им пользуюсь, зеленый такой UGK. Он мягкий, как бы, да, довольно-таки тянущийся. Я вам подскажу, что будет происходить на этих двух флюрах. Но нужен ли он вам флюр или не нужен, или нужен шнур, или нужна леска, вам никто вообще никогда не подскажет. Ну, кроме того человека, который ловит точно такими же снастями, точно в таком же стиле, как бы, и на тех же местах. Так что, ну, для начала думайте, а потом уже спрашивайте. Я думаю, что даже если хорошо подумать, вопросов у вас вообще не возникнет. Все, всем удачи!